В эфире новости спорта, подготовленные агентством «Тюменская арена». В студии Иван Лобов. Здравствуйте. Встречать ранним утром спортсменов в аэропорту становится для нашей съемочной группы традицией. Совсем недавно Рощино бурлила после прилета лыжников-олимпийцев Александра Большунова и Дениса Спецова. Теперь пришел черед биатлонистов. На первенстве мира в Эстонию тюменские юниоры выиграли 4 золота и 2 бронзы. Одним из главных героев стартов стал Андрей Вьюхин. У юноши не старше 19 лет он выиграл 2 чемпионских титула – в эстафете и гонке преследования. В каждом старте воспитанник областной школы Олимпийского резерва Луизы Носковой показывал абсолютно лучший ход. Впрочем, сам понимает, что биатлон – это не только скорость на дистанции. Не думаю, что стоит добавлять еще, надо добавлять в стрельбе. Ну, в смысле, стоит добавлять, но со временем и... Не надо сейчас превращаться в лыжника с винтовкой. Также в оттепе соперничали биатлонисты не старше 21 года. Здесь у тюменцев 2 награды. Эмма Тимирбулатова в эстафете взяла бронзу, а Вячеслав Малеев в этой же дисциплине стал чемпионом. В эстафете у норвежской команды у одного получился завал этапа. И он очень много проиграл. И мы уже старались удерживать преимущество и не отдавать первую позицию. Благодаря тюменцам сборная России в Эстонии выдала лучшее выступление в истории. 15 медалей, 8 из которых золотые. Ждем, когда талантливое поколение биатлонистов дорастет до взрослого уровня. Командный дух во время стрельбы из невидимой винтовки и сплоченность при исполнении кричалок. Эти и многие другие испытания могли преодолеть все желающие во время биатлонного квеста, который прошел в торгово-развлекательном центре «Кристалл» в поддержку грядущего Кубка мира. Победа в нем была на вес золота, ведь на кону в качестве главного бонуса стояли билеты на международный форум в «Жемчужину Сибири». Интересно было очень, настроение просто огонь. Ну, я уже второй раз принимаю участие, поэтому, ну, все так же здорово. Я считаю, что можно провести время круто. Вот. Помимо главного приза, билетов на Кубок мира, организаторы подготовили для участников сувенирную продукцию. Без подарка никто не ушел, а вишенку с торта урвали представители команды с символичным названием «Жемчужина Сибири». Я думаю, сработала вся команда. Лидеров как такового не было вообще, и тут работала вся команда. На успех, как оказалось, первого места. А вообще, ваше отношение к биатлону какое оно? Хорошее. На «Жемчужине Сибири» уже была не раз. Очень нравится. Классный стадион вообще. Поэтому с удовольствием съезжу еще раз. Вы сами видите, что люди стихийно собираются в команды, приходят просто в торговый центр, объединяются по 4 человека и уже стартуют. Напомним, что счастливчики, получившие заветные билеты, смогут понаблюдать вживую за гонками Кубка мира с 22 по 25 марта. В преддверии 8 марта одни мужчины находятся в поисках роскошных букетов и оригинальных подарков, а вот другие выходят на ринг и посвящают победы своим дамам. В спорткомплексе «Домостроитель» прошел турнир по тайскому боксу. Участие в нем приняло порядка 7 десятков бойцов из многочисленных клубов областного центра от 8 до 17 лет. Самые юные мастера бились в усиленной защите, но уже с первых выходов на ринг они учатся быть настоящими мужчинами, способными держать удар. Уровень конкуренции достаточно хороший, ребята неплохо подготовились к этому турниру. Мы проводим такой масштабный турнир уже второй раз, первый раз перед Новым годом проводили. Сейчас уже состав участников более расширенный. Более сильная конкуренция, и также на наш турнир приехали и ребята из города Ишима. Приехали мы в небольшом составе, 3 человека. В этот раз получилось так, что немного привезти, обычно в среднем, но 7-8 возят. Некоторые дети просто заболели и не смогли поучаствовать. Цели и задачи, ну, конечно, это победы в первую очередь, совершенствование техники. Вот на таких турнирах такого регионального значения помогают ребятишкам освоить технику, приобрести опыт. В главном поединке вечера сошлись тюменцы Федор Скачков и Вадим Богданов. Не жалея ни себя, ни противника, оппоненты обменивались ударами на протяжении всей встречи. В результате лишь судьи смогли выявить сильнейшего. По их оценкам, победу одержал боец из красного угла ринга. Тяжеловато было. Я уже с ним боксирую второй бой. Первый бой одержал нокаутом. Сейчас опять победа. Городская ассоциация тайских боевых искусств планирует двигаться в поступательном направлении, расширяя географию и качество своих турниров. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы, как и всегда, можете узнать, зайдя на наш сайт asnta.ru. До свидания.